Всем привет, друзья! Вы на канале Карабаш 74, я ведущий Евгений. Собственно, сегодня у нас будет обзор на HiMars. HiMars у меня вообще его ни разу не было, даже в Спинтайросе, в прародителе даже не было его. Вот, и сегодня он мне чисто случайно, так знаете, попался. Кстати, в колеса заходит. Не есть хорошо, не есть, не есть. Да, щели вот здесь вот нету. В общем, сегодня он мне попался, и я думаю, дай-ка я сделаю обзор, потому что у меня по поводу этого транспорта вообще ничего нету. Я, в общем, почитал, что это за машина и для чего она используется. То есть, это буржуазийская машина, то бишь, америкосовская. Вот. И это военная машина, то есть... На нее устанавливают установку РСЗО, то есть это зенитно-ракетный комплекс, то есть собственно, с него палят во все стороны. Как-то так, в общем. Давайте мы на нее посмотрим сегодня и, по большому счету, сделаем выводы, что это и зачем это и вообще. Ну, в принципе, вот я вижу солярку. Там, кстати, чувак, который сделал его... Сконвертил он его, не сконвертил. Я уже, знаете, я уже устал по поводу этого даже говорить. Вот. И он написал, что он его сделал для прикола. Для прикола, ну, знаете, такая серьезная машина, она не может быть для прикола, по-любому. Ее нужно в дело, в дело. Внешний вид очень хорошо. Очень хорошо. Но прямо текстурка к текстурке, прямо все зачетно. Я думаю, что это, скорее всего, откуда-то конверт, но откуда, я вам даже не подскажу, потому что, ну, как-то мне, наверное, не попадалось, не попадался данный аппарат вообще нигде и никак, ни почему. И я не знаю, откуда его могли сконвертить, но это видно, что это конверт, и это очень качественная модель, сделана очень качественно. Ну-ка. Колеса поворачиваются, это здорово, это просто здорово. Ага. Есть вид. Вид из кабины просто огонь. Кстати, руль крутится. Вид из кабины огонь. Может быть, откуда-то из армы его сконвертили. Но я в армии не видел таких грузовиков, насколько я помню. Может быть, добавили в последних DLC. Хер его знает, короче. Но я не видел. Если вы знаете, напишите. Напишите, пожалуйста, напишите в комментариях. Все пишите. Я все читаю, естественно. Просвещаюсь. И благодарю вас за просвещение. Вот. Вид из кабины есть, и он неплох. В шлюз можно высунуться. Высунуться в шлюз и посмотреть, что сзади. Не знаю, нужно ли это. Нужно ли это посмотреть, что сзади. Итак. Итак, с внешним видом закончено, с кабиной закончено. Пашка сидит там на месте. Гудок работает. Фары. Что-то наподобие фар работает. Колеса поворачиваются, солярка есть. Давайте заведем. Ага, движка есть. Что на него ставится? Давайте разбираться с аддонами. Автоном лес. Естественно, автоном лес. Окей. Я не знаю почему, но там эту модель ее всю засрали. Не знаю, с чем это связано, почему именно ее взяли и засрали. В принципе, знаете, вот мне нравится. Мне нравится внешний вид. Пока это все, что мне нравится. То, что прописаны дефолтные аддоны, а зачем выдумывать, блядь, колесо, если, в принципе, и так уже все придумано. 3 очка можем возить по дефолту. Далее у нас ставится бортовая платформа, ну, то бишь, кузов. Но он как-то, да, он как-то неказисто смотрится. Можно было сюда какой-то аддон прописать, ну, побольше. Есть же там кузова побольше на других модах. Оттуда можно было сдернуть его, просто сюда поставить. Ну, ладно, оставим это на совести автора. Вот, далее идет прицеп. Цепляется дефолтные гаражные части старые. Гаражные части новые. Телегу эту таскать за собой, вагон. Также ставится у нас удлиненный распуск, я так понимаю, да? Ну, распуск точно ставится. Вот прицеп-распуск. Прицеп-распуск, окей. Теперь он таскать может 4 очка. Хорошо.
Так, а удлиненки нету? Есть. Есть. Красавчик. Да, есть. Без проблем. Удлиненный распуск есть. Я не знаю, а что засирать-то было модельку-то? Ну, сделал он с одним дефолтом. Че теперь обосрать-то его с ног до головы? Давай. Дай табличку. Вау. В общем, распуск у него есть, и он работает. Платформу убираем. Далее идет у нас платформа с краном. Ага. Платформа с краном. Да что это, сука, эти буквы, цифры. Твою мать. Опять же, прицеп-распуск, естественно, ставится. И удлиненка. А удлиненка и не ставится на него, да. Прицеп-распуск на него можно поставить. То есть с четырьмя очками получается. Да, 4 очка будет возить. Хорошо. Далее нам нужна сцепка. И уже попер тоже дефолт. То есть так, это понятно. Да, дефолт он весь таскает без проблем. Че было засирать? Ну, возьмет еще, доделает модели и пропишет новые какие-то аддоны сюда. Я вот не понимаю, знаете. Но опять же, это, ну, в кавычках так сказать, да, Steam-сообщество. То есть я не понимаю, к чему они придираются. Ну, создал человек, взял, сделал эту модельку, сконвертил ее откуда-то, припилил к ней весь дефолт. И что? Ну, дальше припилит еще что-нибудь. Вот. Некоторый дефолт удалит, если ему не понравится. Топливная цистерна у нас устанавливается. По-моему, смотрится эта тачка достаточно неплохо. С тем, по крайней мере, что сейчас есть, смотрится неплохо. И все. Вот тебе и заправщик, мать твою. Все прочее. Мы, естественно, поедем с удлиненкой. Я хочу поглядеть, как он себя поведет. Стопэ. Кто-то там писал, короче, типа, вот у тебя здесь нет, следы не рисует. Ну, мать твою, следы не рисует. Они изначально тоже не рисовались. Что теперь? Их в игре вообще эти следы, блядь, добавили после, если мне память не изменяет. Игра вышла у нас, по-моему, в июле или в августе. А следы 14-го года, а следы добавили в 15-м году в сентябре. Вот. Год. Через год следы добавили в игру, мать ее, заново. Вот. Как-то так вот. Так что я думаю, что через год он добавит. Через год добавит, все нормально будет. Так, удлиненный распуск. Все, поехали. Пробуем, затариваемся. Стопэ. 6 очков. Я вот со звуком не знаю, откуда звук взят. Что-то знакомое, но... Может быть, просто еще не проснулся, из-за этого не могу понять, откуда. Конечно, да, с видом от первого яйца ездить, конечно же, неудобно, потому что в шлюз вот этот глядеть, это убого. Стопэ. Понимаете, когда изначально, вот я хочу, опять же, ну, свою точку зрения высказать. Когда, опять же, делают, кстати, с разворотом какие-то проблемы. Я не знаю, что за проблема. Хотя, не, наверное, это нормально. Да, это нормально. Че эту плиту? Мы же с удлиненкой едем. Но я, бля, повернуть не могу. Вот это беда. Просто беда. Так, подожди, полный привод. Включим блокировку, выключим. Потому что он прямо, сука, едет и все. Блин, а, сука. Длинные бревна. Давай. Так-то. Кстати, болтается, видел эту подножку? Прикольно. Она блестящая просто, из-за этого попадается. В глаза так бросается.
Там, если сильно много красного будет на видео, вы не переживайте. Это шторка у меня здесь висит. Но она не красная, но она оттенок дает красного, когда солнышко в окно светит. Он очень какой-то мощный, очень прямо газуется очень сильно. Давайте я потише поставлю. Да, и он поехал. Он поехал, и все замечательно, все великолепно. То есть, понимаете, выпускают хороший, делают мод, хорошая моделька, да. Хрен с ним, короче, они ее сконвертировали, сконвертили откуда-то, да, взяли, сконвертили, поставили. Вот. Суть-то не в этом. То есть, моделька-то сама по себе хорошая, машинки. То есть, ее просто надо будет доработать, то есть, какие-то аддоны к ней приписать и все. Но с 6 очками такая бодяга, конечно, без проблем справляется. Ну, не без проблем, конечно, пробуксовывает, едет, но по факту, как бы, все окей. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда в завал-то? Куда? В завал нам не надо. Вот так вот сейчас. Давайте я сделаю. Вот так. Скриншот на превьюшку сделаю. Просто бывает, знаете, сделают кусок дерьма, вот, и они сидят там, расхваливают этот кусок дерьма. Сделают нормальную модель, они ее не хвалят нихуя, они ее наоборот гноят, короче. Но это все как обычно, да, то есть кто-то сделал лучше другого, и тот начинает обсирать первого. То есть и начинается вот эта бесконечная говнотерка. То есть это нехорошо так делать, нехорошо. Вообще нехорошо. Но по факту тачка хорошая. Вести везет. И я думаю, что мы ее возьмем на стримчик и покатаемся на ней обязательно. С поворотом, да, есть некоторые проблемы с поворотом именно. Но она опять же, видите, этот прицеп-распуск, он не должен сильнее заворачивать, так скажем. Давай, дружище, заворот. Огонь. Врубаем диф. Шлифует, конечно, как сумасшедший. По проходимости я ничего не могу сказать, потому как очень много газует он. И если поставить, допустим, на совсем пониженную, то есть передачу и в принципе двигаться потихоньку, то есть ползет, проползает без проблем. Ну, не сказать, что совсем без проблем, но ползет хорошо. Уровень, интересно, есть, потому что я не видел ни разу уровень, чтобы загорелся. Тихо. Его сносит вообще кроу. У меня такое впечатление, что он очень легкий. Шлифует, конечно, караул, видал, он просто выкапывает сразу все. Брызги есть, есть, что надо. Я не знаю, короче, я не понимаю этих потребителей, мать их. Визуалка хорошо сделана, визуалка. По проходимости ничего сказать не могу, нужно на карту на какую-то запираться и... В бассейн проезжает, то есть, ну, бассейн проезжает именно на вот этой вот пониженной, то есть, ее любая тачка проедет, бассейн, вот. Так что как-то вот так вот. По мне так, по-моему, нормальная модель. Свои комментарии оставляйте внизу под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка на этот мод внизу тоже в описании, в самом там внизу. Кто не знает, кнопочку еще там надо нажать, и выпадает, разворачивается полностью вся аннотация, и там все написано. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем до новых встреч.